Hey guys, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру под названием There is no light. Так, ну что, у нас в принципе осталось одно удобное задание. Глаза, я не знаю, зачем мне нужны. Я также не знаю, где мне получить под чертов последний меч, ну так сказать, версию меча. Потому что она, по идее, где-то должна была вообще быть в начале. И я вот волнуюсь то, что я ее где-то упустил и теперь не смогу получить. Это мы получили за то, что помогли чувакам, так сказать, прийти туда, куда они хотели. Это гулу я получил за... За что? За доливание мужичка, который в этом находится, да? В здании. Или нет? Или да? Я сначала думал, что мне еще должны что-то, наверное, дать за то, что мы проводили мать с ребенком в коляске, но я что-то результата не вижу. Где-то еще один меч, который я не знаю, где он может быть. Так, ладно, что нам нужно? Нам нужно воды. Где эти воды находятся? Воды, 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 воды. Нам нужно... Вот сюда вот. Типа блок работает, но... Блин, знаете, вот самое, наверное, сложное в боссе, это снять ему все шкалу белого хп, потому что белая хпшка это та херня, где нужно по кд атаковать, то есть без остановки. Я думал сначала, белая хпшка это если меня дамажит, то чувак восполняет ее полностью, но нет, оказывается, она восполняется уже само по себе. Так, все, поехали. Главное, пока я еду, не подзорваться. Вот нам сюда ехать. По идее, еще должна быть две бомбы. Да. И вот это место. Вот это вот место. Коль и Хати. Окей, как это легкая херня была. Колба с крови. Что вообще очень легко было. Блин, возможно, получу я меч, когда мы с вами пройдем все воспоминания. Но тоже, блин, мне кажется, маловероятно. А с другой стороны, кто его знает? Так, кровь нужна была чувачку, который у нас находится сверху. Вход в богатый район. И получается все, у нас последний осколок воспоминаний, но... А чё у нас с мечом? Что в итоге у нас с мечом?
Стена и стена! Я думаю, может, этой девчонке нужно глаза принести, кстати говоря, слушайте. Она слепа, но, возможно, ей нужны глаза. Вот оно. Сколько усилий мне стоило создать такую смесь? Надеюсь, задание было не слишком сложным. Ты меня слышишь? О, ты очнулся? Наконец-то. Я уже решил, что моя зараза передается тебе. Ты водишь мне себя, блондинчик. Знаешь, что происходит с теми, кто так поступает? Они умирают, запомни это. Ну все. Весь набор воспоминаний собран. Но, зараза, у нас еще не хватает одного меча. Может, мне в натуре девице нужно глаза дать? Просто у нее дом довольно такой стильненький. А, да? Меч, где чертов меч? Я еще один могу найти. Где? У меня даже просто мысли нету примерно, где он может находиться, этот меч. Все сайд-квесты мы уже с вами выполнили. Сайд-квест это же дополнительный, да? Или сайд-квест это... говорится как, ну... основной. По сути, все, у нас с вами осталось только... один проход. Один всего лишь проход у нас остался. Это вот как раз, который нам чувак открыл. Но буду тогда по нему ориентироваться. Ну, найти, так сказать, последнюю часть меча я по-любому. Если вдруг я узнаю, ну, типа, я посмотрю там в интернете, может, какие-то... Просто сейчас вообще инфы про эту игру нету. Вообще ноль, потому что игра недавно только вышла. И поэтому я гляну любые какие-то источники, все, что смогу, в принципе, раздобыть где угодно. Глянем, если вдруг окажется, что я уже просрал, ну, сорян, уже не 100% будет. Это понятное дело. Уже 100% не выбить. Стоп на русском. Стоп. Дёр. Стоп, стоп, стоп. А, на всех языках типа стоп, 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 стоп. А, это на всех языках типа назад, назад. Там было на русском стоп. А ну. Во, назад, кривой русский. Возвращайся назад, иди обратно. А могу вернуться обратно? Не могу.
на этом что пролетело, видели? Смерть. Смерть, 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 Я думаю, это ж обязательно смерть была? Серьезно? Да, вы гоните. Подожди, а где хотел? Безымянный. Лол. Его возможно убить хотя бы, вы что гоните? У него хп не отнимается. А чё по хп? Чел, а что по хп? У тебя хп не отнимается. Какого чёрта? У него в натуре хп не отнимается. То есть мне нужно сначала щит ему грохнуть. Нифига себе, я даже его не заметил вначале, это чит. Сложно. Сложно. А это сложный босс. Я две хилки просто просрал. Я просто только что просрал две хилки. Просто так. Не, он не очень сложный. Он просто делает первую атаку, вторую атаку и все. Можно его атаковать.
Я просрал просто две хилки, я забыл то, что у меня, слушай, нету анимации от хила. Ё-моё, ну вы гоните. Два босса в этой серии. Может, даже больше будет боссов в этой серии, кто его знает. Посмотрим, куда нас приведет эта тропа. Но суть остается суть, что мне нужно еще пособирать остальные вещи. Ну, это типа история, началась война. Началась война, и люди начали убегать. Вниз, вниз, короче, глубоко под землей. Все учились под землей. Потом что-то наука. Нашла какой-то материал новый. Абсолют. Карта, серьезно? Лол. Я здесь. Это вся карта. Раз, два, три. Какие-то три локации. Подожди, это город? Или это отголоски прошлого? Подожди, я надеюсь... Нет, сейф был, да? Да, сейф был. Я здесь. Ну, там мне проход перекрыт же, алло. Как я могу там что-то сделать? Мне проход перекрыт.
Драться мечом я не могу. Он меня прикрывает проход. Что я должен сделать? Алло, вы что, гоните? Алло, как мне пройти? Ага. Я подумал, уже все, гг. Ну смотрите, это получается другая цивилизация, которая тоже куда-то отправилась и жила. Так, я могу здесь прыгнуть, хорошо. Коллеги, не можем дожидать... Так, мы не можем больше ждать. Еще немного, и часы судного дня пробьют полночь. Не знаю, Френис, я был бы так... категоричен. Ты давно заглядывал в новости, Дэвид? Человечество завело себе в тупик, из которого оно просто не способно выйти. Я согласен, коллеги. Проект Абсолют необходимо начинать незамедлительно, пока у нас еще есть шансы. Благодарю, Игорь. Человечеству необходимо шанс, чтобы раскрыть свой потенциал. Человечеству необходимо настоящий лидер. Тот, который будет действовать, исходя из блага народа, и не будет ведом эмоциями. Центральное ядро давно готово, но лидер еще далеко не в завершении. Мы завершим его постройку в Абсолюте, когда город будет установлен и ничего не будет отвлекать нас от работы. Мы отыскали идеальное место под... вот здесь, под землей. Думаешь, правительство не думает против... не будет против Юлии? Потряси перед ними деньгами, и они обо всем забудут. Значит, решено. Готовьтесь, собирайтесь материалы. Список оборудования переселенцев должны быть готов к концу недели. Ну, мы с вами знаем, что произошло до этого еще... война. И записок мы с вами читали. Глупенький. Встал, и главное, я фиг же пройти могу. Так, быстро перемещаемся. А, все. Это последнее место. Абсолют. Последняя локация. То есть, если я здесь не найду то, что мне надо, то ГГ. Давайте наверх. А, наверх это финальная локация, да? Мне нужно два питания завести. А проход туда, походу, только один, да? Только тогда идем налево. Хотя на карте там было здоровое место. Так, какие-то теневые останки. Окей. Так, вот это как раз у нас идет рассинхрончик, да? Куда идти? Выбирай. Женщина. Или у нас только два прохода?
нынешних. Фу, блин. Испугался, а? Не ври, я видел твое лицо. Не осуждаю тебя. Эреб никогда не был красавчиком, хотя он один из немногих представителей моего вида, с кем я... хотя бы можно поговорить. Остальные просто напыщенные самодуры. Что-то мне подсказывает, что он показал себе не просто так. Похоже, что твои действия заинтересовали моих братьев, но не бойся, я тебе им не отдам, ты только мой, не забывай. Ну, тогда я иду в противоположную сторону. О, бестиарий. Жнецы. Своенравные и хаотичные служители смерти. Крайне редко появляются в своем материальном обличье и всегда преследуют собственные цели. Когда бы вы ни пытались обмануть жнеца, у вас не получится, ведь смерть всегда на наших впереди. При одной только смысле о них, я чувствую неимоверную ненависть, ибо даже самый жестокий из демонов не сравнится со своей коварностью с приспешниками смерти. Ага. А вот это, походу, они смерти создавали, да? Мне еще личинок искать. Не забывайте, 3 штучки. Когда я дойду до последнего портала, я тогда начну отправляться уже в поиски. Но давайте, я думаю, этим мы займемся в следующей... Хотя нет, давайте до еще одного сейва дойдем хотя бы. Мерцание происходит экрана. Ух ты ж ее. Манать. Еще ядра уничтожать. Кайф. До сейва дойдем. Ну, как я понимаю, у нас будет вообще 3 ответвления, поэтому... Ну, если верить карте, будем так говорить. Так, сюда можно запрыгнуть. Да, то есть теперь каждый враг здесь состоит из вот этой фигни. О, это мне пока это боссы? Раз босс, 2, 3. У нас еще 3 босса походу впереди. Ну типа весы, Кара и еще кто-то. Так, если мне говорят, что мне нужно в основном туда идти, значит я бегу наверх и залезем, посмотрим, что сверху. Кстати, мне остался еще один уровень для апа. Компуктер. Остался только найти меч, который где фиг его знает. Я думаю, может просто в начало этого вернуться. Поселение и закончить. Все равно там не так уж далеко. Подожди, я могу подняться? Могу. Ладненько, думаю, на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.